Всем привет, с вами, как всегда, я, Дезертир, и, в общем-то, мы продолжаем гоняться, надеюсь, на интересных гоночках. Посмотрим, что у нас за новое сообщение. Пятиминутная погоня собрать штрафов на 200 тысяч, на 2 тысячи, простите, и скрыться за 5 минут. Ну, это легко, блин. Я не знаю, что за проблема. Тут больше проблема, знаете, просто найти ментов, как бы, да, и вот это реально проблема. А с остальным нет. Спасибо за помощь. Любви и ласки бы твоей дамочке. Она тащит офигенно. Недолго и в лидеры выбиться. Ага. Эй, раз уж вы оба здесь. Не заметили, как Ману себя странно ведет? Может, к тем лихачам пристроился? Двойной жизнью живет. Такое Ману ни за что не смог бы утаить. Ха. Встретимся сегодня? Возьми новичка. Я не могу. Точно? Ага. Прости, малыш. Окей. Давай. Пока. Что ж, только ты и я лихач. Не забудь приехать. Риски Дэвил будут у меня. Окашки. Да, действительно, Ману как-то в последнее время себя странно ведет. Ладно, собрали для Доджа Челленджера гоночного детальку. Давайте пончик заодно завершим, пока здесь все равно стоим. Уи-ху! Пончики мои любимые. Так. Комплектующие, выиграйте спринт с Эми. Ну же, некогда резину тянуть. Давай на старт. Ну я попробую. Блин, коцаная тачка. Так. Привет, ребят, как дела? У вас все нормально? Ну, в общем, привет, Эми. Надеюсь, пока Эми. Но там будет видно. 260 скорость, которую мне нужно держать, чтобы они от меня начали потихонечку отставать. Иначе они не будут отставать. Но я гоню на 300. Чутка не довернул. А почему ж ты не хочешь входить в дрифт-то? Ладно. Эми где-то сзади опять. Все печальненько, честно говоря. Да идти твою кобылу. Второй раз просто эпик вин. Ну ладно, благо они все рядом. Но это был эпик вин просто, я не знаю. Вон Эми впереди ездит. Передо мной. Передо мной явилась ты. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тихо. Эм, тихо, тихо, тихо. Не надо вперед меня ехать, ладно? Ну, в общем, прошел. Это главное. Ну, кстати, это красиво было, когда меня два раза подряд чуть не убили. 32 уровень, наконец-то. Много очков здесь дают. Оу, это была бомба. Дам знать, когда следующий заезд. Моя тачка, моя бедная тачка, она просто убита. Ты мне не дал сделать пончик, сволочь.
Ладно. Че он мне там написал, секундочку? Че? А, ну нельзя прочитать, да, то, что он мне сейчас написал. Ладно, обида. Вот и пончик. Панчело. Так. Где-то, кстати, я делал неплохие заезды с ментами. Так. Неплохие заезды с ментами, да? Вот здесь вот участок. Давайте проверим. Ну, просто я хотел сделать пончик, а потом уже погоняться с ментами. Пятиминутной погоне, если вы помните, уйти надо по заданию. Мне просто интересно развить сюжет вот этот. Не туда. А, ну хотя нет, туда тоже можно выехать, по идее. Ой, я думал, что снаружи это кажется, как, знаете, подъем такой, типа горки. Оказалось, нет. Оказалось, нет. Эй, это я. Правда или желание? Ты выбрал желание. Тюнингуй свою тачку и ищи, где отжечь на ней. Все дело в передачах и хорошей длинной дороге. Топи. Бывай. Ну давай, окей. Она мне сказала проапгрейдить свою тачку, да? Водитель Форда, останови! Стоять, бро, она такая заорала на меня. Девушка, давайте покружимся с вами, а? Пончики повыписываем. Не хотите? Ладно. Ну что, поехали? Догоняй. Я тебя жду. Как можно больше нужно нанести различным машинам повреждения, там, набрать 2к штрафа, прокататься с ними 5 минут. Долго все это, честно говоря. Ну а что сделаешь? Ради задания ничего не жалко. Хотя, знаешь... Поехали-ка с тобой в ту сторону, а то мы что-то здесь ездим. Скучно даже. Набиваем штрафа. 1500, вот, например. Девушка. А вас как зовут? Вы не в курсе, не? Не знаете, не? Давай, врежемся в машины, чтобы побольше набрать. Эй, ну я не имел в виду, чтобы ты в них врезался. Я имел в виду, я в них врезаюсь. Красавица, ты меня догонять-то думаешь? А, ну, хоть что-то. GG low. О, вторая тачела. Круто. Короче, 2 штрафа я набрал. Осталось набрать 5 минут. Нормально, да? Полицейские едут, сбивают все на своем пути. Ну это норма, да. Полиции можно. Это нам с вами нельзя, а полиции можно. Так, 5 минут, да. Ой, извини, случайно тебя развернул, подруга. Догоняй. Давай. Ты могешь, я в тебя верю.
О, там вторая подключилась. Замечательно. Не, ты меня так просто не зажмешь. Даже не мечтай. Я, конечно, кривой водила, но не настолько, чтобы меня можно было так легко зажать. Блин, сложно на самом деле удерживать на геймпаде одну скорость, чтобы они хоть как-то могли от меня не отставать, но они упарываются во все, что видят. Просто я не знаю. Подруга, привет. Не надо меня так зажимать. Во-первых, тебе это не поможет. Во-вторых, ты только себе помешаешь. Все как-то медленно. Осталось прогонять с ним еще одну минуту. Надеяться на то, что они никуда не упорятся. Бедняжки. Мне их на самом деле жаль. О, еще один красавчик, на. Но их стало уже 3, это прогресс. Правда, им это все равно никак не поможет, но... Факт остается фактом, это прогресс. Их даже может быть 4, я смотрю. Нет, все равно за мной как бы 3 бегают. А нет, во, 4, смотрите, это прогресс. Теперь за мной бегают 4 авто. Круто. Ну все, 5 минут, в принципе, набрано, 2000 штрафа как бы тоже. Поэтому можно упороться в стену. А еще пройти через вот это заграждение. Я думаю, сейчас на мост заедем, наверное. Ага. Навряд ли они будут перекрывать мост, я думаю. Ой, как хорошо. Вы решили вместе, дружно, редком пойти вместе со мной, да, по прямой куда-нибудь. Я вас понял, да. Так. Чтобы мне на мост заехать, мне, получается, надо вот сюда, да? О. Отлично. Вот это вот уже дорога на мост. Вроде как. Нет, я ошибся. Точнее, я не совсем ошибся, но... Я надеюсь, что-нибудь из этого ведет на мост. По идее, вот эта дорога и ведет. Осталось совсем чуть-чуть, 6000 штрафа, третья линия обороны ментов, когда они мне ставят заграждение. Задание выполнено. Так, боремся в отбойник и посмотрим, что он мне там написал. Что он мне там написал? Красавец, отлично проехал. Это все, что он мне написал за мой проезд. Ну, в принципе, как я сказал, это относительно легко, поэтому... Ничего сложного я сам тоже в этом особо не заметил. Ладно, будем пробовать сейчас себя в состязании. И надеюсь, мне удастся что-то полезное сделать. Знаете, мне вот просто интересно, обо что я так упарываюсь, что у меня машину аж разворачивает. То есть, ну как бы отбойник, он прямой. И там вот, чтобы вот прям вот так цепляться, как будто, я не знаю, в угол въехал, что меня аж откидывает. Вот это непонятно. Так, ты много сделал для нашей что? Встреча, у меня для тебя есть маршрут, проедь со мной. О, это уже интересно. Так, давайте, короче, вот эту гоночку, и потом поедем как раз к нему. Я думаю, это будет классно.
Так, в какую сторону? В эту, в ту. Понятно, я проехал. Лучи кармы. Выиграйте 4-й заезд Эдис Челлендж. Заезд 4. Удачи. Спасибо. Так. Короче, как оказалось, на этой карте есть веселые менты, которые мне будут мешать всю мать ее гонку. Ну или не будут мешать, тут раз на раз на самом деле. Иногда не попадаются. Но будем надеяться, что мне удастся нормально проехать и не попасться ментам толком. Потому что бывает, что попадаются менты здесь на карте, бывает, что не попадаются, это как повезет. Пару раз мне везло, и мне они не попадались фактически вообще, за исключением прямо вот около финиша, но почему-то они выносили меня так, что мне пришлось перепройти даже. На Форде, кстати, почему-то у меня здесь ни хрена не получалось, возможно, это зависит в том, что Форд у меня слишком поворотливый, и эта машинка все-таки более... спокойно. А даже, видите, не хочет иногда поворачивать вообще. Просто отказывается поворачивать. Куда бы то ни было. Поэтому за нее нам чуть проще будет проходить данную гонку. По крайней мере, вот этот поворот меня на Форде прям вымораживал. Форд слишком сильно тормозится. Из-за этого я прям влетал, не знаю, каждый раз. Вот типа вот так вот, только в столб. И от этого было вообще нифига не весело. Ладно. Набрали опять скоростей. Тихо. Тихо. Отлично, мальчик не вписался. Я, в принципе, тоже не особо. Что-то как-то я вот в этой гонке прям очень хреново сейчас гоняю. Так, ладно. Денежек у меня пока предостаточно. И, кстати, это третий круг. Если мне сейчас сильно повезет и ничто не испортит мою гонку, то, возможно, я даже выиграю. Чего бы я, в принципе, и хотел на самом деле. Поэтому давайте это и сделаем. И, собственно, финиш! Аллилуйя! Лучи кармы, 2 минуты, 7 тысяч и новый личный рекорд. Соответственно, офигеть, ну ты шустрый, круто, очень круто. Скорость в приоритете. Ну что, малыш, еще держишься? Удача не вечна. Загляни пока в приложение, там следующий заезд. Увидимся. Может, удача не вечна, а не вечна? Что за вечна? Она что, про вечину, что ли, говорит? Ой, ладно. В общем, всем спасибо на этом, я думаю, хватит. Моя немножко покалываться на это очко. Всем удачи, спасибо и пока-пока.